to see. His name is Ivan, or Ivan. Вот это тот человек, да, на которого вы пришли посмотреть. So if I don't talk sense, it's not my fault, it's his. И если я буду говорить бессмыслицу, это не моя вина, это его вина. Okay, so on Saturday night, I think I met some of you. В субботу вечером, я думаю, что я встретила некоторых из вас. And had an opportunity to talk a little bit about my journey from growing up as a small child to becoming a four-time world champion. И немного вам рассказала о моем пути от ребенка до четырехкратного чемпиона мира. But that wasn't really very interesting for you guys because what you wanted were the secrets to success. So not how I became world champion, but how you could become world champion. Но, наверное, это для вас было неинтересно, потому что вы, наверное, не хотели узнать, как я стала чемпионом, а хотели узнать секреты и рецепты, как вам стать чемпионом мира четырехкратно. Именно. Yes. So the title of the talk is Being a Champion: Strategies for Success. И название моего выступления это Быть чемпионом: Стратегии успеха. So next year I expect all of you to become first time Ironman world champion. И слушайте внимательно те, кто в следующем году хочет стать чемпионом мира в первый раз. Okay, as I go through these strategies for success, this is my overarching message. И по мере того, как я буду рассказывать о стратегиях успеха, вот это вот это самое главное сообщение, которое я хочу до вас донести. Ты не становишься чемпионом, там написано. Ты действуешь как чемпион. Okay, so a champion is not something that you become. It's not something that you become when you have a crown on your head. То есть чемпионство это не то, что наступает в твоей жизни. Это не то, когда тебе на голову помещают корону чемпиона. It's how you act. Это то, как ты действуешь в своей жизни. It's adopting the characteristics and behaviors of a champion on a daily basis. Это то, как принять характеристики и поведение чемпиона на каждодневной основе. So, if we adopt that definition, если мы допустим это определение, then each and every one of you can be a champion in your own lives. То любой из вас, каждый из вас может быть чемпионом в своей собственной жизни. The first strategy. И первая стратегия. You have to find your passion. Тебе нужно найти свою страсть. There are so many people that I meet that don't know what they're passionate about. They don't know what makes them truly, truly happy. Я встречалась с таким огромным количеством людей, которые не знают, что является страстью в их жизни, что действительно приносит им счастье в жизни. And I spoke about this a few nights ago, but I didn't know what made me happy either. Until someone pointed out to me that I wasn't following my passion. И я упоминала об этом несколько дней назад, и могу про себя сказать, что точно так же я не знала, в чем заключается моя страсть в жизни, до тех пор, пока кто-то из других людей не указал мне на это. And I realized then that my passion first was international development. And then later was triathlon. И по мере своей жизни я со временем открыла для себя, что моя страсть первая это международное развитие, и затем уже открыла, что это триатлон. So to be a champion at anything, you've got to be passionate about it. You've got to want it. Для того, чтобы быть чемпионом в чем бы то ни было, нужно относиться к этому со страстью. Нужно действительно хотеть этого. And it's not just about Ironman or triathlon. It can be anything. It can be running or swimming or theater. И это не только о триатлоне или об Ironman, это о чем угодно. Это может быть о плавании, это может быть о беге, это может быть о театре.
It's just about finding out what truly makes you happy and what you really want out of your life. Это о том, как обнаружить, что действительно в тебе, внутри тебя, приносит тебе счастье и то, что ты хочешь со своей жизнью. But sometimes following your passion is really, really scary. Но иногда следовать своей страсти может быть очень-очень страшно. When I won the World Amateur Championships, the World Age Group Championships in 2006. Когда я зарегистрировалась на мировой чемпионат мира по среди любителей в 2006 году. I knew then that I had a decision to make about whether or not to give up my job and become a professional athlete. И тогда мне нужно было решать оставлять свою работу и решать, становиться ли профессиональным спортсменом. And I was really, really scared. И я боялась, я действительно сильно боялась. I really knew not very much about triathlon. И на самом деле я не так много знала о триатлоне. I was scared about not being able to earn a living. Я боялась, что мне не удастся зарабатывать достаточно, чтобы обеспечивать свою жизнь. Я так боялась того, что люди могут что-то обо мне подумать. Но я советую никогда не оглядываться назад и не думать, а что если. Because to me, the biggest failure of all is not to try something, because if you don't try, you will never ever know. Но для меня самая большая неудача – это если ты даже не пытаешься, потому что если ты не попытаешься, ты никогда не узнаешь. So if some of you are runners and you're thinking, oh, I would really love to do a triathlon. Ну, например, если кто-то из вас бегуны. И вы думаете, о, я бы очень хотел попробовать триатлон. Go for it. Попробуй. There is nothing to stop you, because the biggest failure is if you don't try it at all. Попробуй и ничего, не позволяй ничему остановить себя. Потому что самая большая неудача, если ты не попробуешь. So once you know what you're passionate about and you're willing to take a chance, you need to set yourself a goal. И следующая стратегия, после того, как ты знаешь, в чем твоя страсть, и ты готов рисковать и пойти на это установка своих целей, определение своих целей. So for me, I see it like a journey. So my A goal, my most important goal was Hawaii. И для меня я представляю это как путешествие. Моя главная цель, как она говорит, цель А, это были Гавайи. But what happens if something goes wrong and you don't race your A race? Но что происходит, если что-то не срабатывает, не срастается, и ты не добиваешься свое не вот эту главную А-цель не добиваешься. That's what happened to me in 2010 when I got sick before the World Championships. Это то, что случилось со мной в 2010 году, когда я заболела перед чемпионатом мира. So from here to that goal, you have to have different steps. It has to be like a journey. И следовательно, отсюда и до главной цели у тебя должны быть промежуточные цели, промежуточные шаги, чтобы это было как путешествие. And you have to be able to celebrate success along the way. И тебе нужно быть способным праздновать успех по всему пути, по всему путешествию. It was so important for me to have Kona as my A goal, but to have other
Iron Man races and 70.3 races at different stages, so I could A, measure progress, but also B, celebrate how far I'd come. И для меня было очень важно, что у меня есть цель А, это Кона, Гавайи, и у меня есть цели Б, это различные айронмены по пути к Гавайям и гонки полуайронмены, так, чтобы я могла, во-первых, измерять свой прогресс, измерять свои достижения, а во-вторых, праздновать свои достижения и отмечать свой успех. So, from going from now to Kona, it was an 11-month period. If I started in January, I was preparing for Kona in October. И таким образом, например, отсюда и до Коны, это был 11-месячный план. Если я начинала в январе, то цель А, она была на расстоянии 11 месяцев, и были промежуточные цели за все это время. So I had an 11-month plan that was broken down into weeks. И у меня был 11-месячный план, который был разбит по неделям. And I built up for my different races. И я подготавливалась и строила свою подготовку на отдельные гонки. Okay, so what does the training plan look like? На что может быть похож тренинговый план? Okay, the first thing I want to say. Первое, что я хочу вам сказать. Is that I was a professional athlete. Это то, что я была профессиональным спортсменом. Your life will not and cannot resemble my life as a professional athlete. И твоя жизнь не может и не должна быть похожа на мою жизнь профессионального спортсмена. So you cannot try and replicate what I did in your life. То есть тебе нельзя пытаться повторять то, что я в своей жизни делала, в своей жизни. But that said, there are some lessons and there are some generic advice that applies to me that I can also apply to you. И при этом, учитывая все, что я только что сказала, есть некоторые уроки и есть некоторые общие советы, которые ты можешь применять к своей жизни из того, что я делала в своей. So the first thing to say, первое, что я хочу сказать, is you have to retain perspective. Тебе нужно сохранять взгляд в перспективе. And understand that triathlon is part of an overall wider life that you have. И понимать, что триатлон – это часть общей, более общей картины, которая называется твоя жизнь, которую ты ведешь. It's one part of the jigsaw. Это только одна часть из этого пазла, составляющего твою жизнь. So be kind to yourself. And know that you are always doing your best in the context of your life. Так что первое, это относись к себе по-доброму, с добротой, и отдавая отчет, что ты всегда делаешь наилучшее из того, что ты можешь делать в своей жизни. Okay, the second thing to say is that any training plan has to be tailored to you. И второе, что нужно сказать, любой план подготовки должен быть скорректирован для тебя лично. You all have different lifestyles, у всех есть разный стиль жизни, different jobs, разные работы, different goals, разные цели, different backgrounds and abilities, разное прошлое, разные способности. So there's no point in you doing the same program as you and you as you and then. И нет никакого смысла в том, чтобы ты тренировался по такой же программе, как ты и как ты и как ты, другой человек. It needs to be tailored to you and your life and your goals. План подготовки должен быть индивидуальным по отношению к тебе, к твоим целям и к твоей жизни. One other thing to remember is that triathlon is one sport, not three sports. Еще одна вещь нужно помнить, что триатлон это единый спорт, а не три разных спорта. And I'll give you an example. I spoke a little about this a few days ago, but
я дам вам пример, я упоминал этот пример недавно в другом выступлении, но думаю, вам тоже будет полезно. So, people ask me how they become a stronger runner in a triathlon. Меня часто люди спрашивают, как стать, как быть более сильным бегуном, участвуя в триатлонах. And I say to them, what's your position like on the bicycle? А я их в этот момент спрашиваю, а в какой позиции ты проходишь велоэтап? В какой позе ты проходишь велоэтап? What training do you do on the bike? Какой твой план тренировок на велосипеде? What do you eat on the bike? Что ты ешь на велосипеде? And they say, no, Chrissy, you don't understand. I want to be a better runner. И они мне говорят, не-не-не, Крисси, ты не поняла, что я тебя спросил. Я спросил, как мне бегать лучше. And I say, I understand perfectly. А я им говорю, я все поняла, я понимаю тебя абсолютно правильно. You become a stronger runner by looking at what you do on the bike. Ты становишься более сильным бегуном, когда начинаешь исследовать, что ты делаешь на велоэтапе. Another example. Другой пример. So people want to get faster on the bicycle, so they make themselves more aerodynamic. Люди хотят выиграть секунды на велосипеде, и они гонят на велосипеде в более собранной аэродинамической позе. So they look like this. Они выглядят вот так, и потом like вот так, и потом вот так. Вот так вот они уже гонят. And then they wonder why when they get off the bike. А потом они удивляются, почему, когда они слезают с велосипеда и начинается беговой этап, their hips don't work. У них бедра отказывают. Well, I'm not surprised. И я не удивлена этому. Because you're like this on the bike. Потому что ты в такой позе сидишь на велосипеде. So sometimes you have to sacrifice a little bit of speed on the bike to have more speed on the run. То есть иногда тебе приходится пожертвовать какой-то скоростью на велосипеде для того, чтобы была скорость на беговом этапе. Triathlon is about balancing all three sports. It's about sometimes reaching a compromise so that you can maximize all three. Триатлон – это о том, как балансировать и находить компромисс между отдельными этапами для того, чтобы в целом выиграть максимально. It's one sport, это not three. Единый спорт, а не три разных спорта. So next time you're doing hill repeats, running. В следующий раз, когда ты будешь бегать в гору силовые интервалы, it's also benefiting your bike. Это также работает на твой велоэтап. Okay, moving on. There are, in my mind, four different types of swim, bike, and run session. По моему мнению, двигаемся дальше. Четыре разных типа плавания, велосипед, бег, тренировок. And if you can incorporate these into a 10-day cycle. И если ты можешь эти четыре типа включить в 10-дневный цикл, that would be beneficial. Это будет очень полезно для тебя. Okay, the first is the steady session, easy session. Первое – это постоянная сессия или легкая сессия. So easy swim, easy bike, easy run, not elevate your heart rate so you can talk to your friends. Легкая пробежка, легкий проезд на велосипеде, легкое плавание. Когда ты можешь, сердце не сильно стучит, ты можешь разговаривать с соседом. Okay, second is the strength work, strength session. Второй тип – это силовая подготовка, силовая сессия. So in the swimming pool, we generally use paddles and a pool boy, and to make it even harder, a inner tube from a bike around the ankles. В бассейне мы используем лопасти на руки, лопатки, что-то там между ногами, вы знаете, что это такое. Велосипедные шины на щиколотках. Камеры завязывают. Завязывают велосипедные камеры вокруг ног. So it gives you're swimming quite slowly because you've got lots of equipment. Ты плывешь достаточно медленно, потому что все это оборудование на тебе. But it builds some strength. Но работаешь на силовую подготовку на мышцы. And strength work on the bike and the run is usually hill repeats.
И силовая подготовка на велосипеде и на беге это чаще всего в гору. So again, you're not going so fast, but you're building strength, especially in your glutes and your hamstrings. И опять же, это ты не быстро в этот момент едешь, но ты работаешь над силой, над мощью мышц, в основном ягодичные мышцы и ахилл. So on the bike, the hill would be anything between 5 minutes and 20 minutes. На велосипеде в гору это может быть от 5 до 20 минут. About 5 times. Примерно 5 раз. 20 minutes times 5. То есть по 20 минут 5 раз. But you up and down the hill, so the descent is the rest interval. И это в гору, и потом спуск, так что спуск это время для тебя отдохнуть, и следующий интервал 5 раз по 20 and минут. And same for the run between 1 minute and 3 minutes. И для бега то же самое от 1 до 3 минут в гору. And then down for the и потом вниз спускаешься, отдыхаешь, и потом это повторяется. How many times? It varies, maybe like 10 times 3. 10 раз по 3 минуты. And then the third session is the race pace. И третий тип тренировки это в темпе гонки. Very, very important. Очень важное. So people often ask me, how do I know how fast to ride? How do I know how fast to run? Меня люди очень часто спрашивают, откуда я знаю, как быстро мне ехать на велосипеде, как быстро мне бежать беговой этап? I know here and I know here. И я знаю здесь, и я знаю сердцем. Because I've trained my body to feel race pace. I know what it feels like and I know what pace I can sustain. Потому что я натренировала свое тело, тренируясь в ритме гонки, в темпе гонки. И я знаю, что это значит бежать или ехать в этом ритме. So on the bicycle I would do anything between 20 minutes and 90 minutes or 2 hours at race pace. То есть на велосипеде я в таком темпе буду делать от 20 минут и до полутора или даже двух часов в темпе гонки. And then I feel what race pace feels like. И после этого я чувствую, как это чувствуется, ритм гонки в моем теле. And it's the same on the run. Same in time? No, same principle. Ну и такой же принцип на беге. So you can do, you know, 10 minutes up to 90 minutes at race и pace. И от 10 до полутора часов. Sorry, 60. I meant 60. До часа. От 10 до часа, от 10 минут до часа в темпе гонки. Sometimes you can combine two sessions. So you can do, for example, I would do hill repeats and then 30-minute race pace. Иногда ты можешь комбинировать эти два типа сессий. Например, я могу делать в гору повторение, а затем 30 минут в темпе гонки. Because your legs are very tired from the hill. То есть твои ноги устают после холмов в гору. And then you have to race pace on tired legs. И потом ты заставляешь их работать в ритме гонки, будучи усталыми после силовой. It's the same in a race. И также происходит в реальной гонке. And you can do the same inside on a home trainer, on a turbo trainer. И ты можешь эти сессии проводить в помещении на тренажере. So you can do some intervals of big gear for hills. Ты можешь интервальную гонку на тренажере делать на большой передаче, как будто в гору. And then the second part of the session can be a longer time trial. И вторая часть сессии может быть более длительная, как гонка в ритме гонки. And the last one of the four. И последний, четвертый тип. I saved the best for last. Я напоследок самое вкусное оставила. It's the one that hurts the most.
Это то, от чего больше всего болят мышцы. The one I enjoy the most. И то, что мне нравится больше всего. It's hard intervals. Hard. Hard, difficult. Это fast. Интервальные тренировки, тяжелые интервалы. So they're short. Они короткие. With a rest interval. С интервалом отдыха. But it's much faster than race pace. Но гораздо быстрее, чем в темпе гонки. So essentially it's like this. So in a swimming pool 25 or 50 meter sprint. То есть, например, в бассейне 25 или 50 метров спринт. With maybe 25 easy. 25 метров спокойно. Or you can hold on to the side and. Или можешь просто держаться за бортик и отдышаться, чтобы не утонуть. И потом еще 25 метров 50 спринт и. And then on the bike, you know, 3 to 5 minute effort, sometimes even shorter, but short, but very, very hard. И на велосипеде, например, 3-5 минут интервала, но с максимальной интенсивностью. Короткие, но очень-очень напряженные. But you can't do very, very many. Но ты не можешь таких очень много делать. And again, you can combine different types of session. Sometimes we get into the swimming pool and we have to do sprint intervals right at the start. И опять же, ты можешь комбинировать вот эти четыре типа. Иногда, например, в бассейне мы начинаем с тяжелых интервалов в начале. And then afterwards we do some race pace. А после этого делаем в темпе гонки. Why? Because it's the same as a triathlon swim. Почему? Потому что именно так это происходит и в реальном триатлоне. Because for us, especially as professional, the first 200 meters is horrible. Потому что для нас, особенно как для профессионалов, первые 200 метров гонки это полный кошмар. You're swimming very fast on a cold body. Ты очень быстро плывешь, холодным телом ты это делаешь. And you have to be able to get used to that. И тебе нужно приучить себя к этому. And swim race pace afterwards. И потом уже после этого плыть в темпе гонки. When you're creating a training plan, когда ты разрабатываешь свой план тренировок, consistency is key. Постоянство – это ключевой фактор. So you'll get much better results if you can adapt the same or use the same cycle for many many weeks. А у тебя будут гораздо лучшие результаты, если ты сможешь использовать один и тот же цикл много недель подряд. But it's not always possible, not even for me. Но это не всегда возможно, даже не всегда для меня. Because things go wrong. Потому что иногда что-то не срабатывает, что-то не получается. You get called out at work and you have to stay late, or your kid gets sick, or you get sick. Ты поздно заканчиваешь работу, тебе допоздна нужно там оставаться, или твой ребенок заболел, или ты сам заболел. So you do the best that you can in the context of your life to do your training. То есть ты делаешь все, что можешь, чтобы выполнять последовательный план тренировок в контексте своей жизни. So there's a very simple solution, but if you look at your week, это очень простое решение, но если ты посмотришь на свою неделю, there are sessions that are more important than others. Ты увидишь, что некоторые тренировки, они более важные, чем некоторые другие. So you put the really important sessions at the times that you know that you can do them. И ты расставляешь наиболее важные тренировки в то время и в тот день, когда ты уверен, что ты сможешь сделать эту тренировку. And the sessions that are slightly less important, и те тренировки, которые слегка менее важные, you can drop if you have to. Ты ставишь в рискованные интервалы времени, когда ты сможешь от них отказаться, если потребуется. So you have to learn to prioritize your different sessions. So, тебе нужно научиться расставлять приоритеты между разными тренировками. And I wouldn't always suggest prioritizing the steady easy session.
И я не советую ставить приоритетными тренировками вот эти первые легкие в прогулочном темпе заплывы, заезды и забеги. So people often ask me how many hours a week I train. И меня часто очень люди спрашивают, сколько часов в неделю ты тренируешься? And my answer, и мой ответ? I train 24 hours a day, 7 days a week. Я тренируюсь 24 часа в неделю, 24 часа в день, 7 дней в неделю. Because training for me as a professional athlete is about training my body to be the best it can be. And that isn't just swim, bike and run. Потому что для меня, как для профессионала, тренировка – это подготовка моего тела наилучшим образом. И это не только тренировки в плавании, в велосипеде и в беге. You have to take a holistic approach. Тебе предстоит подходить к этому холистическим или целостным образом. It's not just about the number of hours and the number of miles that you can tick. Это не только о том, какое количество часов и какое количество миль, километров ты в неделю тренируешься. So triathlon is like baking a cake. Триатлон – это как приготовить торт. And I bet a lot of you have training logs, right? И я уверена, что у многих у вас есть журналы тренировок, да? And you have a column for swim, for bike, for run. И у вас есть колонка на плавание, колонка на велосипед и колонка на бег. Do you have columns for strength and conditioning, for rest, for sleep, for massage, for physio, for compression, for nutrition? А есть ли у вас в этом журнале колонки для силовой и conditioning, what is it? Растяжки. Strength. ОПП. Yeah. Есть ли у вас колонки для дней отдыха, для сна, для массажа, колонка для физиотерапии, для компрессии, для питания и восполнения гидратации? Now, I know that you guys are amateur athletes, you're not professionals. Я знаю, что вы любительские спортсмены, вы не профессионалы. But these are all pillars for success. Но все это является основой успеха, основами успеха. So, strength and conditioning. Силовая подготовка ОФП. It's really very individual. Это очень-очень индивидуально. But it's very common amongst triathletes that they are very weak here and here and here. Но это очень распространено среди триатлетов, что они очень недотренированы. Там, там и там. And there are some very simple exercises that you can do to strengthen your glutes and your hamstrings. And anyone in a gym can help you with those. But generally, Но это очень легко. Можно найти упражнения для того, чтобы работать над своими ягодичными мышцами. Задняя поверхность бедра и в любом любом фитнес-зале вы можете найти специалистов, которые обеспечат вас информацией по этим тренировкам. But for me it wasn't important to look like Arnold Schwarzenegger. I had to be very functional for my sport. Но для меня это было очень важно, чтобы я не выглядела как Арнольд Шварценеггер, а для того, чтобы я была функционально подготовлена для моего спорта. So it was squat. Это были приседания. Single leg squat. Приседания на одной ноге. Lunges. Выпады. I don't know what these are called, but hip flexion. И отведение бедра назад в бок. Bridges. Вот это вот. But the reason I became faster at running. Но причина, по которой я стала быстрее бегать. Was
in part due to my increased strength and conditioning program. Зависело в том числе от моей подготовки силовой и ОФП. Очень важно. Okay, rest days and rest periods. Дни отдыха и периоды отдыха. I hated resting. Я ненавидела дни отдыха. I was terrible at resting. Я очень плохо участвовала в этой части подготовки, которая называется дни отдыха. For me, it was tantamount to weakness. It was like failure. Для меня это очень часто было синонимом болезни и неудачи. If someone said to me, Chrissy, have you, what training have you done today? And I hadn't done anything. I would feel so terrible. Если кто-нибудь меня когда-нибудь спрашивал, Крис, какая у тебя сегодня тренировка была, а сегодня у меня не было никакой тренировки, я в этот момент чувствовала себя совершенно ужасно и не могла ничего сказать. I was always rushing around, trying to do everything. Я всю дорогу бегала вокруг и пыталась хоть что-то делать в тренировках. And then I went to see my first coach. И потом я встретилась со своим первым тренером. And he said, Chrissy, you have what it takes physically to be a champion. И он мне сказал, Крис, физически у тебя есть уже достаточно для того, чтобы стать чемпионом. But I have to cut your head off. Но мне нужно отрезать тебе голову. And he was right. И он был прав. I was overthinking everything. I couldn't rest my body and I couldn't rest my mind. Я просто передумывала все вокруг, и я не могла позволить своему телу отдохнуть и своему мозгу отдохнуть. And until I learned how to rest properly, I would never be successful. До тех пор, пока я не научилась, как отдыхать правильно, я не могла стать успешным спортсменом. So as a professional athlete, I spend about 18 hours a day resting. И как профессиональный триатлет я провожу 18 hours, 18 часов в день отдыхая. 6 hours training. И 6 часов тренируюсь. And then I had 1 month off season. И потом у меня 1 месяц это не сезон. 2 weeks not. 2 недели ноль. And 2 weeks of a little bit of. И 2 недели потихоньку что-то я там занимаюсь. Very, very important for the mind as well as the body. Это очень важно для ума, так же как и для физического тела. Amateur athletes can't rest for 18 hours a day. Спортсмены-любители не могут позволить себе отдыхать 18 часов в день. So I would recommend having a rest day once every 7 to 10 days. И я порекомендую, чтобы был день отдыха раз в 7 или в 10 дней. And a full rest day. И это полный день отдыха. Okay, others. Sleep. In your logbook. Поехали дальше. Сон. Say how much sleep you get. It's very important. В своем журнале тренировок отмечайте, сколько сна у вас было в каждый день. It affects your training. И это влияет на твою тренировку. It's not the training that makes you stronger, it's the rest and the sleep. Это не тренировка, которая делает тебя сильнее, это отдых и сон, которые делают тебя сильнее. If you can afford it, massage and physiotherapy are very, very good. This is quite painful sometimes, but quite enjoyable. Если ты можешь себе это позволить, массаж и физиотерапия очень-очень полезны. Массаж может быть очень болезненным иногда. Compression. Компрессия. I used to use it for recovery. Я использовала это для восстановления. And I found it to be very, 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 very effective. И я обнаружила, что для меня это очень эффективно. Last, nutrition and hydration. И последнее – это питание и гидратация. It is so important. Это настолько важно. We don't really have enough time for me to talk too much about
what I eat in a daily diet. И у нас немного времени для того, чтобы я вам рассказывал о том, что я каждый день ем. But I thought I'd quickly share with you about race nutrition. Но я подумала, что я быстренько поделюсь с вами своим гоночным рационом. But remember, race nutrition isn't just on race day. Но запомните, гоночное питание — это не только в день гонки. Your race performance is shaped by your nutrition every single day of the year. И твое выступление на гонке, оно определяется твоим питанием каждый день всего года. Это план питания для полного айронмена или для половинки? Okay, so pre-race. Это перед гонкой. Two and a quarter hours before the race. Два часа перед гонкой. I have, it's called cream of rice. You can buy it in America, but it's very finely granulated rice. Это называется рисовая кремовая каша, напоминает манку, только из рисовой крупы. And you make it with water, a bit like oatmeal, but with water. Like semolina. Yes. That's what I said. Yes. Oh. and then I add peanut butter for protein and fat. И затем у меня этот самый арахисовое масло для белка и жира. Meal, honey. Мед. And half a banana. Пол банана. And a cup of coffee. И чашка кофе. Don't have coffee if you don't normally have coffee. И если ты обычно не пьешь кофе, не пей кофе перед гонкой. It can cause problems. Это могут быть проблемы. Later on the run. Yeah. So that's my breakfast. Это мой завтрак. It's simple and easy. Он простой, легко делать. And it works for me. I know other athletes, they have bagels or toast. Я знаю, для меня он работает. Другие спортсмены, они едят бублики, bagels. Or oatmeal. Или тосты, или овсянку. I know Mirinda has a chocolate, two chocolate muffins. Я знаю, Mirinda ест два шоколадных маффина на завтрак. And another athlete has cold pizza. И еще одна спортсменка холодную пиццу ест. So it's personal preference, but it needs to be simple and easy to make. Это личные предпочтения, но главное, чтобы это было просто и легко приготовить. I personally avoid too much fruit and too much fiber. Я лично избегаю слишком много фруктов и слишком много волокна. Клетчатки. Then nothing. Before I get on the bike. И после этого там написано только глотки воды перед плавательным, ничего до велосипедного этапа. For the first 10 minutes of the bike, I don't have anything because you want to let your body settle into the position. Первые 10 минут на велосипеде я ничего не ем, потому что хочу, чтобы мое тело приспособилось к позиции на велосипеде. I have two bottles of energy drink. У меня две бутылки по 850 миллилитров энергетика. With about 370 calories in each. Примерно 370 калорий в каждой. One chocolate bar. Одна шоколадка. One bite. Один откус каждый час. And two gels, one at 90. И два геля с кофеином, один на 90 километрах. And и then, один на 160. And then water. И вода. One thing to remember about the water. Some of you will have the bottle on the front. Одну вещь, которую нужно помнить о воде. У некоторых из вас бутылка будет на велосипеде. If you fill that to the top. Если ты наполнишь ее до верха. That's a kilogram. Это килограмм. A kilogram of water. Килограмм воды. It totally changes
The weight of your bike and the steering of your bike. Один килограмм на руле полностью меняет развесовку велосипеда и управление рулем велосипеда. So if you want to race with a kilogram on the Если ты хочешь гоняться с килограммом веса на руле, I would suggest practicing that in training. Я посоветую тренироваться с полной бутылкой на своем велосипеде. Alternatively, you can fill up to like 2 or 3 inches like this every other aid station. Либо ты можешь на каждой станции дополнения наливать немножко в бутылку, чтобы не вешать целый килограмм на руль. And then on the run, one gel every 25 minutes. И затем на беговом этапе один гель каждые 25 минут. If things get desperate, I have some Coke. И если совсем плохо станет, у меня есть Coca-Cola. So the formula I use is ready. Формула, которую я использую, это 1 gram of carbohydrate. 1 грамм углеводородов. Углеводов. Per kilo of body weight. На килограмм живого веса. Per hour. В час. Okay. So I when I race, I weigh 60 kilograms. Когда я участвую в гонках, у меня 60 килограмм. I try to consume 60 grams of carbohydrate per hour. И я пытаюсь потреблять 60 грамм углеводов каждый час. I don't really take on any protein. Я не употребляю белки. Not necessary. Не необходимо. And obviously my energy drinks and gels have electrolytes. И очевидно, что мои энергетики и гели, в них есть электролиты. So sodium, potassium, magnesium, 3 very important. Натрий, калий, магний – это очень важно. And afterwards. И после гонки. I crave pizza, fatty food. Burgers. Я умираю по пицце, по жирной пище, по бургерам. And I enjoy it. И я наслаждаюсь этой едой. Okay. And we talked about training being holistic. Мы говорили о том, что тренировка это холистический процесс. And we talked a lot about training the body. И говорили о том, чтобы тренировать физическое тело. But really that's not the most important. Но на самом деле это не самое важное твое оружие. The most important weapon is your mind. Самое важное оружие – это твое сознание. You can have the strongest, most perfect body. У тебя может быть сильнейшее, самое совершенное тело. But if your mind crumbles when you reach an obstacle. Но если твое сознание спотыкается, когда ты доходишь до препятствия, then you'll never be a champion. Ты никогда не будешь чемпионом. But fortunately, there are some strategies. Но, по счастью, есть стратегии. Okay. Training the brain strategies. Стратегии тренировки мозгов. We all, no matter who we are, struggle with motivation. Мы все, кто бы мы ни были, у нас проблемы с мотивацией. We have bad days. У нас бывают плохие дни. We get injured. У нас бывают травмы. It's raining outside and we don't want to go out and run. Дождь на улице, мы не хотим выходить тренироваться. And we need to find ways to overcome these feelings and emotions. И нам нужно находить пути, как преодолевать эти чувства и эмоции. So the first one is to remember your goals. Первый способ – это помнить свои цели, but also your motives. И также мотивы для достижения этой цели. So by this I mean, и я имею в виду, my goal – Ironman World Championship. Моя цель – это чемпионат мира в Ironman. But why do I want it? Но мотив – это почему я хочу быть чемпионом мира. Do I want to be the best athlete that I can be? Is it the challenge? Может быть, хочу ли я быть лучшей спортсменкой, которой я только могу быть, и это именно этот вызов передо мной? Is it because I want to visit new places and travel?
Или потому что я хочу путешествовать и видеть новые места в своей жизни. Is it because your friend is racing? Или это потому что твой друг участвует в гонке, и ты за компанию? Is it because you want to race in memory of someone you love? Или, может быть, ты хочешь участвовать в этой гонке в память о ком-то, кого ты любил? You want to raise money for charity or a cause that you care about? Или ты можешь участие в гонке хочешь собрать денег для благотворительности, для какого-то по какой-то причине, которая для тебя важна. So you have to know these things, and then you can make them tangible. Тебе нужно знать все эти вещи, быть уверенным в этих вещах и затем сделать это реальностью. So make them. You should see my screensaver. It's a very inspirational message, but тебе нужно посмотреть на мой скринсейвер. Он очень вдохновляющий. Or you put the posters on the wall. Или ты вот то, что тебя мотивирует, ты плакаты развешиваешь по стенам у себя дома. And I said this on Saturday, but I can say it again. И я это в субботу сказал, и еще раз повторю. Julie Dibbons, one of my competitors. Джулия Диббонс, одна из тех, с кем я соревновалась. She had a picture of myself and Mirinda. У нее была картинка меня и Миринды, еще одной спортсменки. Behind her on the turbo trainer. Позади нее за тренажером, за спиной у тренажера. A mirror here. И у нее было зеркало. And we were always blind. Всегда у нее за спиной маячили две морды ее соперниц. And that helped motivate her. И это то, что ее мотивировало крутить педали. Visualization. Визуализация. It can take place at any time, not just before race. Это можно этим заниматься в любой момент, не только непосредственно перед гонкой. And it's really powerful. И это очень сильная практика. And you lie down in a quiet place and you imagine yourself as strong, as powerful, as successful. И ты где-нибудь в спокойном месте ложишься, закрываешь глаза и визуализируешь, представляешь себя сильным, мощным и успешным в гонке. But you can also imagine things going wrong. Но ты также можешь визуализировать и представлять, что что-то не сработало и не получается. So, your goggles get knocked off in the swim, or you get a flat tire. Например, в плавательном этапе с тебя содрали очки. Или на велоэтапе проколол шину. What happens? Что случается? You go through the process in your mind. Ты у себя в голове идешь по этому процессу, как оно произошло. And you replay your strategy for dealing with those problems. И проигрываешь свои собственные стратегии, что в этом случае ты будешь делать. Because, как ты с этим будешь разбираться. Because guess what? It will happen. Потому что, как ты думаешь, будет ли это происходить в реальности? My goggles have got knocked off in the swim. У меня в гонке срывались с меня очки на плавательном этапе. I have flat tires. У меня бывали проколы шин. You get cramps, stomach problems on the run. Бывают судороги, спазмы, проблемы с желудком. But if you have this strategy already in your mind, you know, you have the confidence that you can deal with it. Но если у тебя все эти стратегии уже проработаны в голове, ты подготовлен, у тебя есть и уверенность на тот случай, когда это произойдет в реальности. Positive words and affirmations. I have a personal mantra. Используй позитивные слова, подтверждения, или по-русски даже так говорят, аффирмации. И у меня и используй мантру. У меня есть персональная мантра. Every time you think a negative thought, like I'm not good enough, I can't finish, I hurt too much. Каждый раз, когда ты замечаешь негативные, отрицательные мысли в голове, я не способен, я слишком больно, я не дойду до финиша, я сойду. You replace it with a positive thought. Ты заменяешь их с положительной мыслью. And I write my mantra on my wristband. И я написала свою мантру у себя на браслете. And on the top of my water bottle.
И на крышке своей фляжки на велосипеде. In fact, I write it everywhere. На самом деле я пишу ее везде. So it's always at the front of my mind. И это всегда в моей голове. Inspirational videos, music, poems, books, whatever will help give you a boost. Вдохновляющие видео, музыка, стихи, книги. Что угодно, что тебя вдохновляет, используй это. So I find that old Iron Man World Championship video is very good for me. Я обнаружила, что записи со старых Iron Man'ов очень меня вдохновляют. I have a playlist, a Kona playlist. У меня есть плейлист, который я называю Kona playlist. Which has a selection of very embarrassing songs. И там подборка песен, которые очень меня стесняют. Я стесняюсь этого. My favorite poem is a poem called If by Rudyard Kipling. Мое любимое стихотворение — это стихотворение «Если бы», или иногда его переводят как «Если», Рудьярда Киплинга. And I write it on my race water bottle. И я записала его на моей гоночной фляжке. It takes quite a long time. И это достаточно длинное стихотворение. But I use all of these, especially before a race, to give me confidence and to help me motivate myself. Но я использую все эти способы, особенно непосредственно перед гонкой, чтобы поднять свою уверенность и позволить мне выступить успешно. And especially reading articles or books about people that have had big problems but have gone on to succeed. И особенно читая книги о людях, у которых были большие проблемы и которые поднялись и преодолели эти проблемы в своей жизни. Because I know if they can do it, then so can I. Потому что я знаю, что если они смогли это сделать, я смогу это сделать. Okay, last two, very quickly, but. Последние два, очень быстро. Break the session up in your mind into smaller sections. Разбей тренировку или гонку на более маленькие, более управляемые отрезки. So you never think at the start of an Ironman, oh my gosh, I've got to do 100 and whatever it is, 40 miles. То есть на старте триатлона ты никогда в себе в голову не забиваешь: о боже, мне нужно проехать 180 километров на велосипеде. You think I have to get to that swimming buoy there? Все, что ты думаешь, мне нужно до того буя на плавательном этапе доплыть. And then there, а потом до следующего буя, onto the bike, а потом сюда, and 40 kilometers like this, а потом сесть на велосипед и 40 километров. And then the marathon is always for me 4 times 10 kilometers. И потом марафон для меня — это всегда 4 десятки. Because 10 kilometers is much more manageable in my head than 40. Потому что десятка в моей голове гораздо легче помещается, чем марафон. But when it's really hard. Но когда это сильно тяжело. I think about getting to the next aid station. Я думаю только до следующего пункта питания добраться. Or I just think about putting one foot in front. Или иногда я начинаю думать: еще один шаг, и еще один шаг, и эту ногу вперед, и потом эту ногу вперед. Because every time your foot is going forward, so are you. Потому что каждый раз, когда ты ногу вперед ставишь, ты вперед движешься. And lastly, и последнее. You have to remember times in your life that you have suffered and you have been successful. Тебе нужно помнить периоды и моменты в твоей жизни, когда ты страдал и преодолел и стал успешным. Because then you know that you can do it again. Так, потому что тогда ты можешь знать, что ты сможешь сделать это еще раз. And that's what training is for. И именно для этого вся наша тренировка. Training is the opportunity for you to test yourself, to push yourself. Тренировка – это возможность для тебя испытать себя и толкать себя за границу. And yes, to hurt. И чтобы было больно. Because training is about learning to hurt sometimes. Потому что тренировка – это о том, как научиться двигаться, когда больно. And then when you race,
you think back, и когда ты участвуешь в гонке, ты вспоминаешь, and you know that you're capable of enduring that. И ты знаешь, что ты способен преодолеть эту боль. But it's so important to spend time training your mind and spending as much time on this as you do on your body. Это настолько же важно проводить столько же времени, тренируя свое сознание, не меньше времени тренируя свое сознание, чем тренируя свое тело. Why? Почему? Because it happens. Потому что дерьмо происходит. Случается. Things don't always go well. И все не всегда происходит хорошо и по плану. You get sick, you get injured, you get called to go to work. Ты можешь заболеть, ты можешь получить травму, тебе могут позвонить с работы, вызвать на работу. You feel bad in training, you feel bad in races. Ты можешь почувствовать себя плохо на тренировке, ты можешь почувствовать себя плохо на гонке. People want this perfect, perfect race. У людей есть идея, я хочу вот эту совершенную, совершенно абсолютно правильную гонку. Let me tell you a secret. Давай я расскажу тебе один секрет. There's no such thing as a perfect race. Не существует такой вещи, как идеальная гонка. Well, there is. Нет, есть. It's when you overcome imperfections perfectly. И она называется, когда ты преодолеваешь несовершенство самым совершенным образом. Because during a race you will feel like quitting, or it will hurt, or you'll wonder why on earth you're doing it. Потому что в гонке у тебя будут мысли сойти из гонки, или будут мысли, почему мне так больно, или почему нахрена я вообще начал заниматься этой хренью. That's normal and natural, and it's how you deal with that that makes it the perfect race. Это нормально, и это естественно, и только это о том, как ты справляешься с этим, это то, что делает гонку совершенной. So, I guess what I'm trying to say is a champion is determined and tenacious and doesn't let an obstacle deter them from their path. И я думаю, что я хочу сказать, чемпион – это настроенный, целеустремленный и не позволяет никаким препятствиям свернуть себя со своего пути. And the last message of all that I have. И самое последнее сообщение, которое я хочу сказать, is represented by this picture. Это представлено на этой картине. This is JJ. Это JJ. Okay. The first time he met me, he said, "Chrissy, do you want to race?" Когда он встретился со мной впервые, он сказал, "Крисси, давай устроим гонку." He didn't care that I was 4-time world champion. Ему было наплевать, что я была 4-кратной чемпионкой мира. And he didn't care that he was 3. И ему было наплевать, что ему было 3 года. And he didn't care that he doesn't have any legs. И ему было наплевать, что у него нету ног. To JJ, there are no limits to what he can achieve. Для JJ нету границ в том, что он может достигнуть. And children generally. И дети чаще всего. Don't have limits. У них нету ограничений. In their mind for what they can achieve. У них нету границ в голове того, что они могут достичь и не могут достичь. But as we get older, we start to think that things aren't possible or that we can't do this. Но по мере того, как мы взрослеем, мы начинаем думать, что есть невозможные вещи и есть вещи, которые мы не сможем достичь. And I think the most important thing that you can have of all is self-belief. Я думаю, что самое важное, что у тебя может быть, это вера в себя. And a philosophy that really there are no limits to what you can achieve. И философия, которая говорит тебе, что на самом деле нету границ в том, что ты можешь достичь. Thank you. Спасибо. Thank you to Iran for that amazing.
amazing translation. I'm sure it was absolutely perfect. Do we have time for questions? Yeah. Ну, ребята, вопросы. А можно я задам первый вопрос? May I ask the first question? Yeah. Это не мой даже вопрос. It's not my question. It's somebody's question. От Михаила Иванова. It's a question from Michael Ivanov, a friend of his. Он спрашивал, а как вы терпите боль на интервалах? Вопрос от Михаила Иванова. The question from another triathlete, a friend of his. How do you endure pain during intervals? Когда это правда тяжело. When it's very, very hard. With those strategies. С этими стратегиями. If I have 10 intervals to do. Если у меня 10 интервалов. I don't think about doing 10. Я не думаю о том, что я буду делать 10 интервалов. I think about doing one. Я думаю о том, что мне нужно пробежать один отрезок. And then I think about doing one more. И после этого я думаю о том, что мне нужно пробежать один отрезок. And then the tenth one will take care of itself. И таким образом, десятый, до него дойдет очередь. If you think of something in the entirety, it becomes very daunting. Если ты думаешь о чем-то большом, или иногда говорят бесконечном, это становится слишком страшно. So you break it down into manageable mental segments. Разбей это на управляемые сегменты, с которыми можно справляться по одному. And then you have a bank of positive images. И затем в голове нужно, чтобы был набор позитивных образов. So images of my goal, of my family, of образы моей цели, моей семьи. Of you know, places that are special to me. Мест, которые для меня наполнены особенным смыслом. Pizza, burgers. Pizza, but anything, burger. Anything that will give me a positive mindset. Что угодно, что позволит моему сознанию настроиться на позитивный лад. Music, poems. Музыка, стихи. But I think the most important thing when it hurts. Но я думаю, что самая важная вещь, когда больно. Is I remember times in the past where it's hurt. Я вспоминаю моменты в прошлом, когда было больно. And I know that I've overcome it. И я знаю, что я преодолевал эти моменты. And that gives me confidence. И это дает мне уверенность. Thank you. Но там рука была поднята. Такой технический вопрос. I have a technical question. Когда я заметила, что я бегом занимаюсь, и в соревнованиях, которые проходят в жару, и особенно с высокой влажностью, вот с высокой влажностью, очень трудно управлять телом, ну, то есть меняется вообще ощущение нагрузки. I noticed I'm running and I'm doing running competitions, and I noticed that in competitions that are in high heat and especially high humidity, it's becoming very difficult for me to manage my body. If you have some advices to. Если у вас есть совет, который вы можете мне дать в этом случае? Particularly for humidity. Особенно для на случай высокой влажности. Yes, but you have to take into consideration that this girl has been running this year 5,000 kilometers, right? 55 days, and she also did the year. Но вам нужно принять во внимание то, что эта девушка пробежала 5000 километров в этом году за 55 дней. She was running more than 100 kilometers every day. Wow. Она бегала больше, чем 100 километров в день. Мне кажется, мне нужно к вам обратиться с техническим вопросом. She has a lot to teach us about mental and physical strength. У тебя, наверное, есть много чему ты можешь научить нас физической и умственной выносливости. So I think some people physiologically are better suited to hot conditions and some are better suited to cold. Я думаю, что некоторые люди физиологически лучше подходят для жарких условий, некоторые лучше подходят для холодных условий. And some of that is genetic.
И мне кажется, кое-что из этого определяется генетикой. And I'm, thanks to my mom and dad, I'm better in the heat, not very good in the cold. И благодаря и спасибо моей маме и папе, генетически, я думаю, что я лично лучше подхожу для жарких условий, нежели для холодных. But there are strategies that you can use to adapt to the heat, to help your body adapt to the heat. Но существуют стратегии, которые ты можешь использовать, чтобы адаптировать свое тело для разных условий. The most successful one is to train in the heat. Мне кажется, наиболее успешное – это тренироваться в жаре и в высокой влажности. So because Hawaii is hot conditions, hot and humid. Ну и потому что Гавайи, там где Кона происходит, это жарко и влажно. I spend a lot of time training in those. Я провела очень много времени, тренируясь в жарких и влажных условиях. And your body slowly adapts to that. И твое тело потихоньку адаптируется к таким условиям. But I also change my electrolytes a little bit. И, но также я изменила электролиты, которые я употребляю. Because you lose a lot more by sweat. Потому что в таких условиях ты гораздо больше теряешь с потом. And when I'm racing, I carry ice cube in my hand. И когда я гонюсь, у меня в руке ледяные кубики. And I put it here. И я кладу его себе на шею. And on the bike, I pour. И на велосипеде я поливаю себя холодной водой. Other athletes, they wear the white clothing, and they make it wet. Я знаю, некоторые другие спортсмены, они носят белые руки на рукавнике и смачивают их водой. I didn't use that, but it does work for them. The other thing I я этого не использовал, но для них это работает. The other thing I did was to have running shoes that were half a size bigger. И еще одна вещь, которую я использую, это беговые кроссовки, которые на пол размера больше моего. Because at the end of a marathon in Hawaii, your feet are not the same as when they started. Потому что на финише марафона в Гавайях твои ступни – это не то, что у тебя было в начале. And I lost a few toenails. И я потеряла несколько ногтей. So because your feet expand in the heat. Потому что в жаре твои ступни расширяются. So I used to change my footwear. Я изменила свою обувь. Just one more question. Еще один маленький вопрос. When I run these multi-day races, I find that when I lose weight after like number of days, the strength from legs also lose it. So, когда я участвую в многодневных гонках, я теряю вес с каждым днем. Я заметила, что сила из мышц ног также теряется. So what kind of I don't understand this conditional training, but if there is a way you think so that you still can keep the strength in your legs. Есть ли какой-нибудь способ, как тренироваться, чтобы сохранять силу в мышцах при потере веса? Yeah, I don't want to claim to be a physiologist or a doctor. Я абсолютно не утверждаю, что я доктор или физиолог. But I would suggest that the issue is not that, not necessarily the strength and conditioning. Но мне кажется, что тут дело, скорее всего, не все вопрос силы или вопрос ОФП. But it's a nutritional issue. Скорее это вопрос питания. Because the more depleted your muscles are, the less able they are to function properly and give you the physical strength. Потому что чем больше уменьшаются твои мышцы, тем меньше они остаются способными производить ту мощность, те усилия, на которые ты рассчитываешь. And I think your nutritional strategy would be very different to mine. As a multi-day racer, I would suggest that you incorporate much more protein into your racing nutrition. Предположение будет, что твоя стратегия питания очень отличается от моей стратегии питания, и, скорее всего, тебе нужно включать гораздо больше белка в каждодневный рацион, чем я включаю. Я его вообще не включаю в день гонки.
and definitely protein when you finish. И уж точно белок после финиша. And protein, it can take different forms. You might choose whey protein. И белок может поступать в различных формах. Ты можешь использовать пшеничный белок. Сывороточный белок. Or protein from nuts or seed ground nuts or seeds. Или белок из семян, из орехов, протертые эти ореховые смеси. I would probably avoid kind of red meats. Скорее всего, я бы избегала белка из красного мяса. Because it's quite difficult to digest. Потому что это достаточно сложно переваривать. So for everybody, after they finish a race or finish a hard training session. Для любого человека после того, как вы заканчиваете гонку или серьезную тренировку, особенно для тебя. Have a protein shake, so a mix of protein and carbohydrates. Употребляйте белковый шейк. And that will be really important for replenishing your muscles. И это будет важно для того, чтобы восстанавливать мышцы. If it's possible, would you please share your motivation, your motives? Motives. Yeah. As if you didn't do. You mean my motivations for wanting to win the world championship? Ты имеешь в виду мою мотивацию для того, чтобы хотеть выиграть чемпионат мира? They changed. Они менялись. Initially, the world championships was not my goal. Первоначально чемпионат мира не был моей целью. In fact, it wasn't my goal about 6 weeks before. По правде говоря, это не было моей целью вплоть до полутора месяцев перед чемпионатом мира. When I won the first time. Когда я первый раз участвовал. My motivation for becoming a professional athlete was wanting to see how good I could be. Моя мотивация, когда я стала профессиональной спортсменкой, это было желание посмотреть, насколько хорошо я могу выступить. И я просто хотела доказать что-то самой себе. Доказать, что я была способна подхватить этот вызов. I wanted to do something that I thought I couldn't do. Я хотела что-то сделать такое, что я думала, я не смогу сделать. Потому что я думала, что Iron Man это невозможно для меня. But when I won the World Championships the first time, но когда я выиграла первый чемпионат мира, the motivation changed slightly. Мотивация изменилась слегка. And you have carrots. And you have sticks. И у тебя есть пряник и кнут. So the carrot was the victory again, to win. И пряник это была еще одна победа. And it was the opportunity to have the platform to raise awareness about different causes, to represent my charities. И еще это была возможность, чтобы у меня было основание, чтобы я могла привлекать внимание к благотворительности, которой я занималась для тех случаев, которые считала важными. И еще я хотела, чтобы моя семья и мои друзья гордились мной. Потому что им очень понравилась вот эта вся штука с коной. And the stick? И кнут? Was losing. Это был страх поражения. So every day I was motivated by the fear of losing. И каждый день я себя подхлёстывал этим кнутом, что если я не буду тренироваться, я могу проиграть. So every day if I think that I don't want to train. Каждый день, когда я думала, что я не хочу тренироваться. I know that Julie, Marinda, everyone else is training. Я знала, что Джули и Миринда и все остальные, они все тренируются в этот день. So it keeps my at the door. И я выпихивала себя за дверь на тренировку. So you,
your motivations sometimes change and they're varied. То есть твои мотивации меняются и они разные. Thank you. А какую бы вы книгу могли посоветовать о триатлоне или книге, ну, исключая «Жизнь без границ»? Chrissy, what book or books would you recommend to read about triathlon, except of «Life without bar»? Only one. Единственное, которое я могу посоветовать. Единственное, никаких других. To be honest, I haven't read many... По правде говоря, я не так много книг читала про триатлон. So for coaching, I was a coached athlete. Если говорить о тренировках, у меня был тренер. Как... So for me, I followed the order. То есть я слушалась своего тренера, что он мне говорил, то я и делал. And if I read too much, а если я слишком много читаю, it complicates everything. Это очень сложно в голове становится. So for me, my job was to follow my plan without question. То есть для меня я поставила своей задачей следовать плану тренировок, который написал мне тренер, без всяких вопросов. And when I'm not training, и когда я не тренируюсь, I don't think about triathlon. Я не хочу думать о триатлоне. You switch off. Отключаюсь от него. But it's different for you, especially those without a coach. Но я понимаю, что для вас это по-другому, особенно для тех, у кого нету профессионального тренера. One book that I think is very good is it's quite old now. Одна книжка, которая, я думаю, очень хорошая, и сейчас это уже достаточно устаревшая книга. Because he's very old. Потому что он уже старый. It's by Dave Scott, who was my second coach. Написано Дэйвом Скоттом, моим вторым тренером. I don't know, Tom, can you remember what that book is called? I can't remember the title, but я не помню, как она называется. There's some great photos of him in the 1980s. Там есть отличные фотографии его в 80-е годы. And the mustache and the shorts. С усами и в таких шортиках широкеньких. But the basic concepts haven't changed. Но основные идеи, они до сих пор неизменны. It's not rocket science. Это не высшая математика. And the essentials are, I think, in this book, and much of what I did is in there. И суть того, что я делала, и вообще суть триатлона, она в этой книге изложена, понятно. But for me, sometimes the most interesting and inspirational books are not triathlon books. Но для меня зачастую самые интересные, самые вдохновляющие книги – это не книги о триатлоне. I like to read about other people and especially other athletes that have and their journeys to success, and you understand that it's not always easy. Я люблю читать о других людях и особенно о других спортсменах и узнавать, как их путь вел их к их победе. So sometimes reading about those people helps me on my и зачастую чтение об этих людях помогает мне в моем пути в триатлоне. So, I think that helps psychologically, but not necessarily with my physical training. И я думаю, что это помогает мне психологически, но не особенно связано с моей физической подготовкой триатлет. And Dave, Tom, sorry, this is Tom. Вот это Том, мой жених. Yeah, Dave also refers to a book by Jack Daniels, The Running Formula. Is it Running Formula by Jack? Jack Daniels. Dave. Yeah. Like whiskey. Yeah, like whiskey. Yeah. Формула бега, Jack Daniels. But it's actually a really good book. И это очень хорошая книга. Спасибо. Кристи, ставишь ли ты сейчас перед собой какие-то спортивные цели? Вот второй вопрос: тренируешь ли ты кого-то, чтобы делиться опытом? И третий маленький: сколько пасты ты съедаешь накануне гонки? Three questions. First, are you setting any sports goal
nowadays for yourself? Yes. Second, do you coach anybody to share your experience with other athletes? And the third question, how much pasta do you eat on a pre-race day? With tuna. Yes. With tuna. You know me very well. Ты очень хорошо меня знаешь, а? It's a big bowl. So the night before the race, I have tuna pasta every single race. А, значит, вечером накануне гонки я ем пасту с тунцом, и это большая миска пасты. It's quite a big bowl. Довольно большая. Yeah, with tin of tuna, tomato sauce and some olive oil. А, банка тунца, томатный соус и оливковое масло. But it's not excessive. You can't eat like. Но это не очень чересчур много. Ты не можешь наедаться так, чтобы желудок. So it's a normal plate of. Нормальная тарелка пасты. The excess comes after the race. А все, что сверх этого, после гонки я догоню. Do I coach athletes? No, I don't. Тренирую ли я сейчас? Нет, не тренирую. And sporting goals this year they were many. И спортивные цели в этом году у меня было много. They weren't necessarily competitive goals. Но это не обязательно были соревновательные цели. But I did a lot of challenges. Но я участвовала очень во многих вызовах, челленджах. I did an event with some friends for charity. Я устроила мероприятие с некоторыми друзьями для благотворительных целей. We ran up each of the mountains in England, the three big mountains in England, Wales and Scotland. Мы забежали на три самые большие горы в Великобритании, в Англии, в Шотландии и в Уэльсе. But we cycled between them. Но между горами мы на великах ехали. Instead of driving. Вместо того, чтобы ехать на машинах. With no sleep. Без сна, но без without stopping. 47 hours. 47 часов. So run, cycle 200 miles, run, cycle 250 miles, run. Высота в районе 2-3 тысяч, не это горы, не так чтобы горы, вверх-вниз 250 миль до следующей. Вверх-вниз и 200 миль до следующей, вверх-вниз после этого солнца. So it was a big challenge. Это был большой вызов. And I did some trail marathons, some trail half marathon. I did a big race called Man versus Horse. И я участвовала в трейловых марафонах, в трейловых полумарафонах. В одной большой гонке участвовала, которая называется «Человек против лошади». And I lost. Я проиграла. But they have extra legs. Но у них добавочная пара ног есть. So it's 24 miles. Это 24 мили. 500 runners. 500 бегунов. 50 horses. И 50 лошадей наездников. And it, over 35 years, the man has only won twice. И за 35 лет истории этой гонки «Человек против лошади» человек побеждал только дважды. But it was amazing, really amazing. Но это потрясающая гонка. And also this year I did Haute Route Alps, which is 7 days from Nice to from Geneva to Nice. И еще в этом году я сделала такой маршрут от приюта до приюта, называется Haute Route. Это гонка высокие горы. Это три есть: Geneva, Nice, and Venice to Dolomites. There's the Dolomites. Yes, Dolomites and Pyrenees. Pyrenees. Yeah, really amazing. Семидневная гонка по горам, трейловая. And then we also walked the Ultra Trail de Mont Blanc as well. Walked around Mont Blanc. Mont Blanc. Yeah. Они прошли по маршруту UTMB, это трейловый рейс, но for 4 or 6 days. But so for me now, I'm doing less kind of competitive races. То есть для меня сейчас следующее, я меньше в соревновательных гонках участвую. More challenges. Ну и больше в таких вызовах.
Because for me it was important not to have such structured training anymore. Потому что мне сейчас важно вот не так структурно тренироваться, как я тренировалась последние годы. I wanted time for my political work. Я хотела, чтобы у меня освободилось время для моей политической работы. And different campaigns. И различных кампаний, в которых я участвую. With less pressure to train for a certain time or position. И чтобы было меньше давления тренироваться к какому-то времени и какому-то месту в гонке. But sport is always a part of our lives, and we love being active, we love sport. And... Но спорт это всегда часть нашей с Томом жизни, мы любим быть спортивными и активными. But maybe just not as fast as we used to. Ну просто, может быть, не так быстро, как мы раньше это делали. Thank you. Thank you. Pleasure. Такой вопрос. После тяжелых тренировок, после стартов, вы говорили о восстановлении, там, массаж, это сон, это все понятно. А мне интересно, что вы используете в восстановлении вот физиопроцедуры? И еще второй вопрос, есть ли у вас личный, или был ли у вас личный врач, либо массажист? So you mentioned recovery strategies after heart races and heart trainings, like massage and physio and sleep and like that. But the question is, what kind of physio procedures you use or have you been using? And another question, did you or have you have a personal physiotherapist? I wish. Я бы хотела, чтобы у меня был личный врач. Я, чтобы ты понимала, я не Дэвид Бекхэм. No. Понятно, футболисты. Yeah. So we lived for 3 years in Boulder in Colorado. 3 года мы жили в Болдере в Колорадо. And they have some great physicians there. И у них там очень хорошо развито физио для спортсменов. So it wasn't my personal physio that traveled around the world. То есть это не был мой личный врач, который путешествовал со мной по всему миру. But wherever I went, I found the best physio, and then I'd go to him or her. Но куда бы я ни ехала, я находила лучшего врача там и к нему обращалась. And the same with massage. И то же самое с массажем. You find a good massage therapist. Whew. Если найдешь хорошего массажиста, в шоколаде. But for physio analysis, the best physio will look at you as an athlete. Но для физиологического анализа хороший физиотерапевт посмотрит на тебя, and talk to you about your goal, поговорит с тобой о твоих целях, and look at your strength, посмотрит на твои сильные стороны and your weakness, и твои слабые стороны, and then prescribe solutions to, address the weaknesses. И потом он найдет предложение, как тебе разбираться со своими слабыми сторонами. So, for example, me, my pelvis is. Например, для меня мой таз он свернут, скручен. So it makes one leg like shorter than the other. И это приводит к тому, что у меня одна нога вроде бы короче другой. So I have exercises to try and. И у меня есть специальные упражнения, чтобы нормализовать этот процесс и выровнять. Там положение таза. And also my, so when I'm running, my knee falls in like this. И еще когда я бегу, у меня колено подворачивается внутрь. Not because my knee has a problem. Не потому что у колена проблема. But because. Потому что в тазовом суставе проблема. So they're not firing. They're not. То есть это не работает правильно. So you have to do exercises to make this. Work, and then this is better. И тогда мне нужно делать упражнение, чтобы здесь работало, чтобы в колене было все нормально. Because sometimes the problem, if it's here, comes from. Иногда проблема, например, в голеностопе, вызвана тем, что проблема в пояснице. So the best physio will look at you and your goal, mm-hmm. and look at what work you need to do to make you the strongest you can be for that
И хороший физиотерапевт посмотрит на тебя, оценит твои голы и найдет способ, твои цели, и найдет способ, как, что тебе предложить для того, чтобы ты могла достигать своих целей. But I think it's also important to remember that bodies are not perfect. Но и еще я думаю, что очень важно помнить, что наши тела несовершенны. They're not symmetrical. Они несимметричны. You know, we have one eye bigger than the other, one eyebrow, we have one leg. У нас один глаз отличается от другого, одна бровь туда, другая сюда. So it's not about trying to reach perfection. То есть работа с врачом это не о том, чтобы достичь совершенства. You have to do the best with what. Все, что тебе нужно, это наилучшим способом использовать то, что тебя что тебе досталось. Можно еще вопрос? Дело в том, что у нас в России не так развит как бы восстановление кол-терапия. Как вы относитесь к So the question was that here in Russia we don't use cold therapy, and the question was how did you use it or not, and you already answered that. So. Yeah, it's actually quite a controversial issue. Знаешь, это достаточно противоречивая вещь. Some people think that it works for them and they use it. Некоторые люди думают, что это для них подходит, и они используют это. And others don't. А некоторые не используют и считают, что им это не подходит. I've never used ice. Я никогда не использовала эти ледяные ванны. Only time I'll use ice is sometimes on a very acute injury. И единственные разы, когда я использовал лед, это на очень острых травмах. It can help to reduce specific areas of inflammation for the first И это помогает уменьшить первоначальную область воспаления в первые несколько часов после травмы. But this is me, and I know other athletes that use ice baths. Но это я о себе говорю, и я знаю, что я знаю других спортсменов, некоторых спортсменов, которые используют эти ледяные ванны. Maybe it's just because I'm not good at the cold. Может быть, это потому, что мне не так здорово в холоде. I understand. Thank you very much. Давайте последний вопрос, кто хочет задать. Потом, если вы захотите взять автограф у Криси, кто еще в субботу этого не сделал, вы можете это сделать сегодня, чтобы ей тоже сильно не... Давайте брать автограф. Давайте последний вопрос. Если по-русски задать, то будет удобнее, потому что все услышат по-русски, а вы... Тогда последний вопрос. Криси, вот поскольку здесь не все готовятся к чемпионату мира, я уверена. Well, the last question to you, Криси, and this is the last question. And because of not everyone is training for the World Championships in Ironman, I'm sure. Next. Да. В следующем году. Вопрос вот о постановке цели для тех, кто на любительском уровне этим занимается, наряду там с работой, с семьей, еще с другими какими-то интересами. Вот как выбрать для себя реалистичную цель и как не переработать, не перегореть, как контролировать? И вот еще вопрос такой с точки зрения приоритетов. Уже четыре вопроса. Нет, просто если вести дневник как бы своих спортивных активностей еще около спортивных целей отдохнуть, как приоритизировать отдых и тренировку? То есть если как понять, нужно ли тренировку или нет? Let's try it one by one. First, so the question goes into how for amateurs, how do amateur pick his goal and prioritize his sport goals and his work? That's the one question. And how not to overdo? I mean, when you are pushing yourself towards your goals, you're like trying your first, doing your first triathlon or something, and you push yourself, and then at the same time you have all this mental rest and massage, and then you think, oh my God, I don't have time. I mean, I don't have time. I only have 24/7. You do the best in the context of your life. You're not a professional athlete. Ты делаешь то, что получается лучше всего в контексте своей жизни. Ты не профессиональный триатлет. This is your hobby.
Это твое хобби. You're not aiming to become four-time Ironman world champion. Ты же не собираешься стать четырехкратным чемпионом мира в Ironman. So be kind to yourself. Относись к себе по-доброму. If you have 5 hours a week to train, если у тебя есть 5 часов в неделю на тренировки, you do the best you can in those 5 hours. Используй эти 5 часов наилучшим образом. Точка. And you race the best you can with 5 hours per week training. И выступай в гонке наилучшим образом с 5 часами тренировки в неделю. And that's success. И это и есть успех. Realistic to say, I have 5 hours and I will become an Ironman. Do you want my honest opinion? Ты хочешь моё честное? Нет. Why? It's about the journey. You've got to love the journey. To get to an Ironman is about the challenge of preparing. Set a goal that is going to be enjoyable for the amount of time that you have. If you have 5 hours a week to train, I would suggest to do. Oh, sorry. Не мучай себя. Поставь перед собой цель, которая является максимальной целью, рассчитывая на то время тренировок, которое ты можешь в неделю этому посвятить. И тогда твоя жизнь превращается в путь, в котором ты можешь по которому ты можешь идти и наслаждаться этим путем. Yeah. If you want to do an Ironman with 5 hours per week training. Если ты хочешь пройти Ironman, в распоряжении у тебя 5 часов тренировок в неделю. And you haven't got a background in some kind of physical sport. И у тебя нет предварительной подготовки, бэкграунда в каком-либо спорте, связанном с выносливостью. The Ironman is gonna hurt like hell. Ironman это будет очень-очень больно. And you're not gonna enjoy it. И ты не будешь получать удовольствие, ты не будешь наслаждаться. Ironman is not the be-all and end-all. Does that make sense? It's not the goal for everybody. Iron Man это не цель для всех. Yeah, you pick a goal that fits in with your life. If your life подбери цель, которая помещается в твою жизнь. Means that you should focus on sprint and Olympic. Если твоя жизнь такова, что ты фокусируешься на спринтах и на олимпийках, or a marathon, or a или на марафоне, или на полумарафоне, then that's the big challenge for you. Вот это и есть большой вызов для тебя. And that's no more or no less of a challenge than Ironman. И это не больший и не меньший вызов, чем Ironman. So pick something that is realistic for you with the time that you have and which you'll enjoy but will yet still be challenging. То есть выбери что-нибудь, что для тебя реалистично, учитывая то время, которое ты этому посвятишь. And be kind to yourself. И относись к себе по-доброму.